Приветствую, друзья, с вами на связи канал АС для вас. Да-да, понимаю, давно не выходил на связь, порядка двух или трех даже недель у меня не было на канале выпусков. Многие уже, возможно, забыли про меня и про мой канал, а кто-то с удовольствием ждет, не дождется и, возможно, даже скучал. Друзья мои, каюсь и сейчас хочу как раз с вами об этом пообщаться. Помогите мне, пожалуйста, определиться с темами. Это тематика сегодняшнего видео, и я хочу с вами по душам поговорить. За последние пару-тройку недель я занимался тем, что опять продолжаю работать над собой, работаю над осознанностью, езжу с разными, общаюсь с наставниками по осознанности, про духовные моменты. В общем, мне интересно все эти направления, и моя жизнь трансформируется довольно активно в этом пути, но тем не менее я с удовольствием хочу выдавать контент. И вот сейчас хотел с вами как раз пообщаться под запрос, что же вам интересно на самом деле на этом канале и в каком направлении вы хотели бы видеть мой канал в дальнейшем. Как показала практика и статистика моего канала, а уже более 600 тысяч просмотров, кстати, спасибо, подписчики продолжают добавляться активно, просмотры идут, и в месяц мой канал смотрит порядка 50 тысяч человек. Это очень приятно, и действительно для меня это говорит о том, что это нужно каждому из вас. Как показывает статистика, самыми востребованными роликами являются ролики по путешествиям. То есть даже не ролики, а фильмы, которые снимаю в разных странах, в которых даю конкретные рекомендации. Некоторые ролики набирают 10 тысяч просмотров и более, 10, 20, 30, 50, 10. Победители, которые уже больше 100 тысяч просмотров, ну и максимально уже порядка 150 тысяч просмотров на моем канале. Наверное, это и показатель того, в котором направлении нужно двигаться, в каком пути мне дальше продолжать. Но тем не менее, во мне много-много того, чем я хочу делиться с каждым из вас. И эти темы я хотел спросить у вас. Что же вам интересно на самом деле и в каком формате вы дальше видите мой канал АС для вас? Итак, первое. Мы можем с вами продолжить в формате фильмов про разные страны, потому что я планирую за свою жизнь путешествовать порядка в 100 странах и по каждой снять фильм. Уже там порядка 5-7 фильмов полноценных, есть куча нарезок. Вот, и эта тематика людям заходит. То есть я сейчас готовлю вам фильм про Грузию, будет полноценный, длинный, большой, может не длинный, но качественный, классный фильм. Я вам готовлю фильм про Таиланд, готовлю отдельные какие-то сюжетные фильмы, и они явно заходят, и они остаются на годы полезными людям. Но также я хочу развиваться в разных направлениях, таких как путешествия, личностный рост, бизнес, криптовалюта, осознанность, что для меня сейчас является очень важным, ну и многое другое. И вот хотел у вас спросить, возможно, вы видите, чтобы были какие-то такие миксовые ролики, когда будут разные тематики, ну а-ля дневник хача, а-ля трансформатор, куда мне пока что до них, но тем не менее в таком возможном формате, когда за 20-30 минут выходит там раз в неделю фильм или клип, в котором будет несколько тематик. Возможно, эта тема интересна, возможно, продолжить просто про путешествия, возможно, какие-то темы по бизнесу и личностному росту. Возможно, ставить тот формат, в котором сейчас и есть канал, да, то есть, допустим, пару-тройку раз в неделю вести бизнес, личностный рост и по выходным или по пятницам путешествия. Возможно, этот формат вам подходит. Возможно, сделать какое-то вообще мононаправление. Вот как вы видите меня, допустим, как бы вы хотели, чтобы на этом канале выходило? Возможно, чисто мона-мона тема. А я, например, сейчас хочу делиться темой осознанности. И у меня сейчас созревает мысль, типа, осознанность в действии. Вот в таком формате. Возможно, мне нужно завести отдельный канал, на котором я буду все это вам делиться. В общем, ребята, об этом всем напишите в комментариях, что вы про это думаете. Для меня ваша обратная связь очень-очень важна. Почему? Потому что от вас зависит, буду я дальше вообще продолжать в этой тематике, либо буду продолжать насыщенно давать информацию. Потому что ваша обратная связь, ваш запрос и ваши, по сути, полезности и благодарности являются для меня главной мотивацией. Без этого всего не имеет смысла дальше продолжать что-либо делать. А я хочу делать, у меня разносторонняя такая развитая тема, да, и мне хочется в разных направлениях
записывать контент. Поэтому, ребята, поддержите, напишите, что вы про это думаете. Возможно, какие-то у вас другие мысли, идеи, возможно, тематику, в которую вы хотите. И давайте сделаем такой вот, как бы, приятность для вас обратной связи. Я почитаю эти комментарии, и в следующем видео, в котором мы будем определяться с темами, когда я определюсь или если определюсь с тематикой, я озвучу комментарии, которые повлияли на принятие решения, возможно, невозможно, ваши имена, фамилии, чтобы мы с вами в таком диалоге были. И буду вам очень благодарен. Ну вот то, что я хотел с вами сегодня обсудить. Обязательно, конечно же, подпишитесь на канал, который уже вы сейчас видите. Поставьте колокольчик, напишите комментарий, чтобы я видел обратную связь. И дальше мы с вами будем продолжать. У меня полно энергии двигаться, но я хочу сделать максимально эффективно для вас и полезно, и понятно. Вместе с вами формируем канал АС для вас. Спасибо огромное за вашу обратную связь, за ваши комментарии, лайки. С вами на связи канал АС для вас. Увидимся в новом видео, которое будет скоро. И все зависит от того, что вы сейчас напишите в комменте. Пока-пока!